Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, забрать ревард бесплатно. Да ладно, мелочи какие-то дают мне. Так, 100 мутагена, и я могу открыть одну коробочку, и здесь мне достается Микеланджело. Угу, отлично. Ну что, мы с тобой продолжаем проходить основную сюжетную линию. Кстати, ребята, я начал вот с 26-й миссии, но потом игра у меня, точнее даже не игра, а перезагрузился почему-то компьютер, и вот этот бой не сохранился. Ну что же, будем надеяться, что в следующем бою мне повезет больше, потому что там я потратил аж целых 3 попытки. А все почему? Потому что, ребята, ты посмотри, сколько у них мощей. У меня 21 тысяча, а у него 32. И вот как мне с этими бизонами драться? Ума не приложу, но пытаться надо. Давай смотреть. Так, как у нас тут результаты? Слушай, ну пока неплохо, я тебе скажу. Так, Рафаэль нормуль. Так, Рокстеди тоже неплохо себя проявляет. Так, Кейси Джонс, как всегда, ребята, пасует. Его в первую очередь у меня тут разносят почему-то. Опа, Бибопа уничтожили. Слушай, ну тут победа за нами. Нам повезло. По-другому здесь и не скажешь. Ну что, сразу переходим на следующий бой. Так, 2 динозавра, 3. Плюс Рокзар здесь. Слушай, а может быть мне Ирму вернуть вместо Кейси? Давай попробуем. Надеюсь, она у меня здесь хотя бы проживет чуть-чуть. Вау. Слушай, так, кожеголовый там бросает свою ловушку. Слушай, пока вроде бы неплохо все идет. Так, минус динозавр. Тут клан Футовец еще у нас. Так, ну его быстренько сейчас уничтожим. Рокзара, кстати, тоже мы подбиваем. И всей толпой на бедного динозавра переключаемся. Да, друзья мои, мы его распинали. Отлично. Так, нам дают с тобой бонус. Надо посмотреть. Ну что же, получаем 77 тысяч мутагена. А это, кстати, говорит о том, что мы можем кого-то прокачать на уровне. Так ведь? Давай определимся. Я бы, честно говоря, хотел бы Рафаэля, наверное. Или Рокстеди, но, скорее всего, Рафика. Так, нормуль. Ну и, соответственно, продолжаем. Кстати, нам нужно с тобой сыграть один уровень на 6-м канале и победить 5 PvP-боев. Хм. Ну давай, один бой на 6-м канале мы с тобой сделаем. Так, подожди-ка, это что у нас? Вот 6-й канал. Ну-ка, попробуем сейчас с тобой здесь одолеть противника. В принципе, должны. Судя по мощам. Не понял, это у него 2 кожеголовых, серьезно, что ли? Ну да. Тут еще Микеланджело. На, по спине Кейси Джонс ему наяривает. Так, а вот Ирма. Да, ребята, Ирму что-то быстро как-то мне здесь уничтожили. Блин, это все из-за майки. Он там прыгает и оглушает. На тебе. Все, мы избавились от майки. Гранату бросает Бибоп. Да. Нас просили один бой, да, провести. Мы провели. И нужно еще 5 PvP боев, да, выиграть. Ну давай посмотрим. Ну, не выиграть, а просто, ребят, сыграть. Давайте быстренько сделаем это на ускорении, чтобы быстро все это прошло у нас. Я, естественно, поставлю 4-ю скорость. Как ты думаешь, кто победит? Ну, конечно, мы. Надеюсь. Бамс. Наша Ирма молодец. Красота. Так. Кто-нибудь успевает что-нибудь увидеть здесь? Я лично нет. Тока. Остается Тока, и мы его побеждаем, ребята. То есть первый поединок за нами. И опять дают бонус. 77 тысяч мутагена мы с тобой получили. Окей. Это был первый бой. Пошли тогда за вторым. Battle begin. Давай пониже, наверное, скорость сделаем с тобой немножко. Почему Ирму так уничтожает быстро? Ты посмотри.
Так, ее надо, наверное, менять. Хотя она у меня именно на арене, да и вообще где-либо, самая сильная по мощи. И я не могу понять, почему же так ее быстро разбирают. Так, здесь Донателло выпендривается. Сплинтер там еще. Так, подожди-ка, а почему мы так долго с ними... Офигеть. По-моему, мы проиграли здесь. Да, мы здесь проиграли. Рафаэль, конечно... О, сплинтер уничтожили. Так, а у меня один Рафаэль, он не справится здесь один. Да, Донателло под Халим его подбил. Опять бонусы, да? Так, у меня уже приличное количество мутагена накопилось, и я, наверное, могу прокачать. Кого? Только... Слушай, давай, наверное, добьем все-таки здесь с тобой арену. Точнее, PvP-бои. Сколько нам еще нужно? Три, да? Слушай, ну тут смотри, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Этого поставить? Да ну, нафиг он нужен, первого уровня. Просто где вот такая вот машинка нарисована, да? Те бойцы как бы имеют 50% к мощам. У меня только Рокстеди имеет в данный момент силу. Из прокачанных, я имею в виду, персонажей. Так, смотрим, что здесь происходит. Сплинтера, в принципе, сейчас должны ушатать мы. Если Рокстеди не подведет. И Рокзара тоже, кстати. Так, сплинтер минус. Рокзар минус. Так, кожа головой, там кто у них? Рафаэль, да, еще пляшет. Бибовс, кстати, одной гранатой двоих уложил сразу же. Ну и остается Рафаэль, которого мы уничтожим. Все. Но здесь великолепно. Что-то нам тут бонусы зачастили. Так, 77 тысяч мутагена и 37 тысяч металла. Так, нам еще нужно два боя провести. Вот, кстати, бывает, ребята, что именно вот на этом экранчике игра зависает. Ты сейчас серьезно, что ли? Ну вот, ребята, вам и результат. Придется перезаходить. Так, забираем. Выиграли с тобой бои в PvP. Так, здесь тоже. Поднимаем себе уровень. Так, подожди. 32-й, да, у меня будет. Это, конечно, радует. Но я еще вот здесь вот не закончил. Так, погнали. Два боя в PvP нужно сделать, чтобы получить нам с тобой награду. Поехали. Только не надо зависать, пожалуйста. Фух, прокатило. Кстати, напишите, ребята, у вас также зависает или это только у меня? Потому что я знаю, что в игре еще пока очень много лагов, глюков. Так, смотри, смотри, что-то происходит. Ну, тут победа, по-моему, за нами будет. Хотя, подожди, спорный вопрос. Так, Лизу. Лизу уничтожьте. Ага. Так, теперь Майки. Готов. Так, сколько их тут? Один остается, да? Это Рокстеди. Но я думаю, мы вдвоем его замочим. Так, Рокстеди против Рокстеди. Давай, 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 родные мои. Так, таранит. Есть. Ну вот. Окей. Так, последний бой нам остается, да? Поехали. Только, пожалуйста, не надо зависать, а? Я уже припарился перезаходить в игру. Ну вот как вот можно так играть, а, друзья мои? На самом деле вот надоедает вот эта вот ерунда постоянно перезаходить. Из-за того, что у них вот это вот вылет постоянный. Точнее, даже не вылет, а зависает игра. И я не знаю, по какой причине. Так, ну что, погнали. Последний поединок мы с тобой здесь отыграем. И пойдем на основную сюжетную линию. Трындец, что происходит? Ну, слушай, тут мы 100% победим. Так, все взялись за Рокстеди. Усиленно, причем кожа голову бросает ловушку. Станем. Так, Рокстеди, этого не... Подожди, 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 секунду. Так, сплинтера. Ушатайте, пожалуйста, сплинтера. Есть контакт. Ну и остаются Рокстеди и Рафаэль. Блин, Ирму уничтожили.
Так, друзья мои, а вот здесь немножко хуже у нас идут дела, потому что Рафаэля, я прекрасно сам по себе знаю, что очень тяжело подбить. Но вот то, что он ловушку, конечно, бросил, это классно. Есть, Рафаэль тоже у нас тут с тобой неплохо показывает себя. Кто же... Ага, застанили Рафа. Слушай, есть шанс победить. Все. Как всегда, Рокстеди остается один, и мы вдвоем его спокойненько с тобой добьем. Вот это классно. Блин, вот эта команда, конечно, крутая. Именно где Рафаэль с Рокстеди. Так, ну что, я пошел получать награду. Так, подожди, что вы делаете? Прокачайте бойца до 110 уровня, да? У меня такое задание висит. Ну что, Рафик, попробуем тебя прокачать до 110 уровня. Отлично. Забираем. Ох, ничего себе тут. Квест выполнен. Спасибочки. Вау. Тут у нас с тобой награды накопились. Ничего себе. Сколько это всего получает, смотри. Шикарно. Это приключение 9.25. Так, героев, то, что я прокачал. Лабораторию до 10 уровня, что прокачал. Так, дальше 9.30. И сколько у меня мутагена? 78 тысяч всего лишь-то? Так, ну давай, наверное, я еще Рокстеди прокачаю чуть-чуть. И вот так вот сделаем. Так, Рафаэль, что на тебя можно тут? А? Нормуль. Так, и Бибоп остается. Все. Так, а здесь? Угу, ну-ка давай посмотрим, кто нам тут выпадет. На Бибопа. Ладушки, и один у нас на Леонардо. Блин, я хочу, чтобы Лео был у меня трехзвездочный. Но никак мне не выпадает. Так, ну что, продолжаем нашу сюжетную линию. Я тебе скажу следующее, ребят. Ох, ё-моё, это босс. Блин. Зоракс. Сколько? 34 тысячи мощей? Вы, блин, серьезно? Ладно, все зависит от того, как мы будем с тобой бомбить этих динозавров. Если все хорошо получится, то победа будет за нами. Если же нет, то... Фейл? Слушай, Ирма сейчас вообще шикарно себя проявила здесь. Именно когда они стояли все в кучу, она просто бросила туда свой суперудар. Слушай, и Бибоп тут неплохо жарит. Ты посмотри, что мы творим. Мы просто разбираем этого Зоракса. Без проблем. Вот опять Ирма. Естественно, Зоракс психанул. Переключился на Ирму, теперь на Рафаэля. Ему не жить. Ребята, ему здесь не жить. А знаешь почему? Потому что он один здесь. Если бы здесь ему помогали бы какие-нибудь Рафаэль, да? Ух ты. У нас продолжение истории. Комикс, как ты видишь, выпал. Так, Зоракс, да, со своими ребятами прилетел с планеты. Ну, мы, как всегда, ребята, на стрёме. Донателло в ноутбуке лазит, естественно. Ага. Узнаете, друзья мои, что у нас с вами вон там появилось? Да-да. Там у нас Крэнк. А Зоракс, я так понимаю, работает на Крэнка, что ли? Или же нет? Не имеет значения. Ух ты! Так, здесь Бибоп и каменные солдаты. Ну-ка посмотрим. Очень интересно мне посмотреть, кто здесь кого. О, они такие твердые, что мы их даже пробить не можем. Ирма, давай, давай, давай свой суперудар, пожалуйста. Прям вот туда, в кучу, к ним. Ну, сделай милость, вот. Слушай, они тугие, ты посмотри, какие они. Они просто, ребята, камни, у них защита офигенная. Мы их не можем пробить.
Вот в чем прикол, друзья мои. Прикинь, два моих бойца уже, три упало бойца. Они постоянно вешают на себя защиту. Так, Рафаэль один остался. Ну, конечно же, они его, ребята, победят. Ну, Рафаэль, как ты понимаешь, не сдается. Он тут пробует что-то сделать. Но неудачно. Слушай, а ведь можно было бы как-то их победить. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, что можно предпринять. Ирма, стоит ли тебя менять, а? Ирма, вот скажи-ка мне на милость. Если менять, то на кого? На Генши? Ну, давай я предположим, ребят, вот так вот поставим. Я хочу глянуть, будет ли от этого какой-то толк. Так, одного солдата уничтожили. Давай, бибопчик. Так, о, Генша, ты как... Мало атаку, мало урона наносит. Чингисхан, да? Чингис. Да ладно, неужели опять фейл? Почему такой бибоп у них мощный, а? Скажи-ка мне на милость. Ребята, есть шанс нам с вами здесь выиграть. Если бибопа сейчас мы с тобой возьмем... Давай, ребятушки. Вот так вот. И я тебе скажу, что Чингис не особо здесь хорошо нам помогал. Так, давай-ка мы, наверное, уберем Чингиса отсюда. А это что еще за носатый хмыреныш тут? Птичка певчая, да? Ну-ка посмотрим. Так, одного солдата уничтожили. Ловушку на кланфутов собросили. Блин, я от Ирмы не вижу здесь толку. Вот именно вот с этими солдатами. Ее магия здесь не помогает нам. А вот то, что ее разбирает быстро здесь, это я вижу. Тьфу. Нет, Ирму надо убирать. Давай, вот этого вот птенчика уничтожаем с тобой. Он что там, с гранатометом, что ли? Точно, он был с гранатометом, ребята. Так, минус кланфутовец. И остается Рокстеди. Ну, втроем-то уж мы должны его тут запинать. Так, оглушили. Рафаэль, давай свой суперудар. Все, ему крышка. Неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Слушай, скоро, наверное, босс будет. Два кланфутовца, Рокстеди и два каменных. Дай-ка я попробую, знаешь, что вот так вот сделать. Посмотрим, как Кейси Джонс себя тут проявит. Он у нас раньше был мощным дамагером. Но это было раньше. Да. Сейчас что-то он как-то не особо хорошо бомбит. Давай, кланфутовцы этого... Есть, сейчас мы его добьем, все, отлично. Так, остается Рокстеди и два каменных солдата. Вот это вот меня бесит, что он... Вот эти солдаты делают усиленную защиту. Ты видел, да? У них кастовка идет. Вон, видишь, броня. У них кастуется броня, ребята. То есть, соответственно, они получают офигенную защиту. О, Кейси. Че, они еще и отхиливаются, что ли? Так, ребят, ну... Трындец. Кейси тут тоже, ребята, не алло. Со своим уроном ничтожным. У нас остается Рокстеди, как ты видишь, и Рафаэль. Ну, как бы и неплохо, да? Вроде бы солдат разбирается, но все равно, ребята, не хватает немножко мощей. Надо будет немного поменять нам с тобой позицию команды. А, так у них мало того, что это щиты, ребят, которые появляются. Это дает им неуязвимость, оказывается. Вот оно что. Видишь, вот эти щиты, это неуязвимость. То есть я по ним не наношу урона. Да что за фигня? Мы не можем даже этого хмыря, что ли, пробить. Трындец, надо ускоряться, ребят. Мы так с тобой вечность будем сейчас разбирать их. Вообще не получает урона. Представь. Так, нет. Срочно нужно нам с тобой взять Ирму обратно. Так, посмотрим. Фига себе, дилаши нашлись.
Надеюсь, что магия Ирмы сможет пробить ихние вот эти вот щиты. А что такое же голову-то быстро распинали? Блин, я Ирму не взял. Трындец, мы в меньшинстве с тобой вообще играем здесь. Молодец, красавчик. Что я могу тебе сказать? Лучше, блин, и быть не могло. Мне и так-то тяжело, а я еще и бойца не добрал в команду к себе. Ну-ка. Нет, они неуязвимы, ребят. Или у них просто столько там хп становится, что... Я не вижу, чтобы мы наносили урон. Так, ускоряемся, потому что это сейчас зависнет надолго. Я в шоке, если честно. Вот эти вот два хламона, вот как в тот раз получилось. Смотри, они не получают урон. У них очень быстро накапливается верхняя броня. Вот эта вот серая полосочка. Так, Ирма, с какого перепуга, я не понял. Слушай, она здесь? А почему я ее тут не видел? Странно что-то было. Сейчас она у меня в команде, а в тот раз ее не было. Почему? Слушай, вот тут вот идет все отлично. Вот когда вот эти вот два солдата остаются. Давай, давай, давай. Вот их главное подбить. Так, минус один, да, солдат? Отлично. Так, кто у них тут остается? Рокстеди и еще один каменный солдат. Так, каменного солдата застанили. Так, если вы застанили, вы хотя бы начинаете его бомбить потихоньку. Чего вы бегаете? Какую-то фигню занимаетесь. Давай, 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 давай. Вот его нужно подбить. Да блин, ну осталось-то совсем чуть-чуть. Есть. Ну и остается Рокстеди. С ним-то, я уж думаю, моя команда из четверых должна справиться. Один, правда, погибнет сейчас. Это будет Бибоп 100%. Все равно он его уничтожит. Ну? Так, мы от него просто не отстаем. И завершающий удар. Так, Бибоп погиб. Да, вот это сложно, ребята, было. Вот серьезно сложно. Так, у нас еще не босс. Блин, опять эти каменные солдаты, а? И опять они со своей... Нет, это не те. Это не те, ребята. Это не которые кастуют броню. Это обычные. Так что здесь, наверное, скорее всего, будет все на изи. Так, минус один солдат. Минус второй. Остается Бибоп, Рокстеди. И кланфутовец там что-то делает. Бедолага. Ну... Давай, Рафаэль, отлично. Так, этого тоже уничтожили. И остается Рокстеди. Давай, ребятульки, не подводим меня. Мой Рокстеди его сбивает. Сейчас Рафаэльчик должен. Ты куда на Ирму тянешь, а? Куда ты на Ирму тянешь? Есть контакт. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет Басяра. И это будет солдат. Так, у нас с тобой Ривард. Скраб. Мы с тобой опять получили 72 тысячи. Так, а у нас в сумке-то нету ничего, да? Жаль. Скрапа. О, накопилось, слушай, достаточное количество. Чтобы мы с тобой могли... Опа. Улучшить. Ребята, что вот это вот? Для чего нужны эти шестеренки? Я нифига не понял. Зачем они нужны? Напишите в комментариях, где-то мне сказали, их можно тратить. На что? Я так и не понял. Вроде бы все просмотрел и не нашел. Мы же для чего-то его собираем, для чего? Пока без понятия. Потратить мне его некуда. Слушай, когда русский язык сюда воткнут, а? В эту игру. Ну что, идем к боссу, блин. Сложно будет. 100%. Босс, тем более, этот каменный. Вот он. Кто ты вообще такой? Как тебя величать? Трек. Ё-моё, он с подкреплением еще. С Бакстром Мухой.
Надеюсь, это не тот, который кастует себе защиту. На, мы его застанили. Ирма, молодец, красавица ты моя. Вот еще надо муху, где муха? Где-то вшивая муха летает. Вон она, да? Что-то происходит, у меня кожеголового уже забомбили. Слушай, тут какая-то проблема у нас. Солдата одного уничтожили. Короче, здесь в плане. Мой Рафаэль там что-то стоит, дергается, ничего сделать не может. Блин, а муха еще живая. Муха еще до сих пор живая, да как так-то? Ничего себе. О, ребятули. Муха не получает урон. А знаешь, почему не получает урон? Потому что вот этот олух делает защиту. Так, предположим, делает он защиту. Что мы можем с тобой здесь сделать? Предпринять. Блин, кожеголовый, ты как-то... Блин, ни туда и ни сюда, если честно. Кейси Джонса взять, а вместо кого? Вместо кожеголового. Ну, предположим. Предположим, давай посмотрим. Так, Рокстеди наш побежал. Кейси там кого? Муху валит, да? Если он муху валит, это хорошо. Потому что муху надо... Опять, смотри, они опять все под защитой. Под этой каменной чертовой защитой от босса. И мы ничего не можем сделать. Ну? Давай, вот двух солдат если уничтожим. Что там вообще происходит? Я не понимаю, я не вижу, ребят. Я вижу, что Рокстеди, опять же, муха живая еще до сих пор. Давай, муху уничтожьте. Рафаэль! Нет. Пока мы не снимем с них броню, а мы ее не снимем с тобой, у нас не получится. Тут ускоряться только надо, ребят. Не получается. Нам, вот, нам не хватает с тобой дамага. Нам не хватает дамага, чтобы нам успеть пробить. Так, что у нас тут с тобой? Прокачать Кейси? А, тут вот как. Ну, чуть-чуть подросла мощь, но это не настолько, да, ребята? Как бы хотелось. Да, как бы не то. Блин, что же сделать-то? Как его победить? Ребят, есть какие-нибудь идеи? Вообще ничего в голову не приходит. Просто ничего не приходит. Как его бомбануть, а? Плешивого вот этого. Так, что у нас тут? Ага, двухзвездочные майки. Кейси трехзвездочный. Зоракс двухзвездочный. А тут что? Гарантирует трехзвездочного... Фрости? Ну, давай посмотрим. Че я не могу понять вот это вот? Фрости... Короче, ящик Фрости это, да, у нас получается? Гарантирует. Ладно, берем, ребята. Ну и где ваша гарантия? Вы меня... Вы меня обманули, гаденыши? Они меня обманули, ребят. Не выпал мне. Так что их не гарантии, ты сам видишь. Не верьте в следующий раз. Так, трехзвездочный Кейси. Это все понятно. Ну вот куда вот я должен потратить, друзья мои, вот это вот, вот эти шестеренки? Куда? Вот где их применить? Не знаю. Так, ну чё?
Попытаемся еще разок. Блин, ну это трындец. Так, Кейси, убираем тебя, кожеголовый. Я даже не знаю, как тут лучше поставить. Рокстеди у них еще такой мощный, а? Давай так, на вторую скорость посмотрим. Так, минус солдат. Что-то так слишком быстро. Муха, вот меня раздражает здесь муха. Она, посмотри, она вот, ребята, в тени стоит где-то, да? И мы ее почему-то здесь не атакуем. Если бы нам бы вот... Давай, ну видишь, он опять кастует, ребята. Он опять закастовал броню. Вот сейчас вот надо бомбить, пока у нее нет брони, у этой мухи. Но этот шитик опять кастует. Причем... Подожди. Авось нам повезет. Рокстеди хотя бы уничтожьте. Ну хотя бы... Нет. Все, он там опять, как ты видишь, полный столбик хп этого брони наделал. И все, и фиг ты тут их уже пробьешь. Не муху, да? Ни Рокстеди нам не взять с тобой. Вот такие вот дела, ребята. Печалька. Что я тебе могу еще сказать по этому поводу? Вариант только один, ребят. Прокачать кого-то посильнее. А возможно даже вообще другого какого-то персонажа. Например, Донателло. А может быть даже и Майки. Но Майки две звезды, скорее всего Донни. И Мондагека. Но ты посмотри, у них очень мало мощей. Потому что они не выпадают. И очень мало на них я получаю осколков. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами завершим эту серию. Босса попробуем в следующей забомбить. Так что всем пока. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.